В детстве у нас с сестрой была такая игра. Мы притворялись, что прогоняем чудовище. Я клялась, пока я рядом, тебя никто не тронет. Но явилось настоящее чудовище. Я должна ее найти. Мир все меньше с каждым днем. Там, на поверхности, жители верхнего города все дальше отрываются от нас. Я верю, что сделал потрясающее открытие. Способ привнести магию в науку. Ты не понимаешь, что поставлено на карту. Сила приходит не к тем, кто рожден сильным. Ее обретет тот, кто готов ради нее пойти на все. Воображаешь себя героем? Тогда чего же ты ждешь? Будет много жертв. Нижний город невозможно контролировать. Значит, заставим силой. Что ты сделал с моей сестрой? Я передам ей привет. Насилие так и будет продолжаться. Она зашла слишком далеко. Я должна попытаться. У тебя доброе сердце. Не теряй его. Защищай семью. Мы с тобой все еще сестры? Ничто и никогда этого не изменит.